Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о воде. Есть такая штука, называется... Ну, вы знаете, что человек состоит на сколько-то процентов из воды. Так вот, на сколько процентов? Можно в гугле набрать процент воды в теле человека и посмотреть. Ну, тут есть много всяких графиков. А самое интересное, посмотреть, как падает... Ну, то есть, что происходит с водой, ну, с возрастом. Вот. Ну, тут много графиков, давайте тут выделим как бы наиболее очевидные, да. То есть вы видите, что с возрастом, да, процент воды падает с возрастом, видите? Да? То есть на рожденного 80%, там потом 70%, 65%, 55%, как бы, и так далее. Ну, вот можно по такому графику посмотреть, здесь другие цифры немножко, да, 75%, 65%, 60%, 55%. То есть видите, вода падает. Почему? Вопрос, почему она падает? Вы же как бы пьете это одинаково все время. А вот. Ну, то есть, что такое вода? Она, вода в организме. То есть, значит, по-английски это называется ТБВ. То есть, общее количество воды в организме. А вот тут в Википедии можете почитать, все написано, интересно. То есть, как она делится, то есть она делится на внутриноклеточную жидкость, внеклеточную, плазму, интерстициальную, да, трансклеточную, ну и так далее. А вот. И нам интересует вот этот снимок. То есть мы видим здесь, ну, можно сказать, два близнеца, да? А вот понятно, что это как бы не настоящие, но тем не менее. То есть я вот специально провел опрос, ну, и спросил людей, а у кого воды больше в организме? Да? Именно в проценте. То есть у кого процент воды в организме больше? Да? Ну и как бы очевидно большинство сказало, что здесь, ну видите, веса больше, процент воды больше. Но на самом деле это не так. Что совсем интуитивно непонятно, да? То есть у нас есть прямое исследование. Открываем, то есть всем известный PubMed, да? Все же любят PubMed, да? Национальная. Тут, кстати, вот если мы посмотрим, тут цифры, значит, более удобоваримые, да? То есть это реальные промеры, не то, что они нарисовали, а здесь просто реальные промеры, как бы, сколько-то людей набрали, промерили, как бы. И тут идет падение, но падение, оно там не такое. Не такие цифры, как на тех графиках, но тем не менее, да? То есть мы видим, что здесь у нас вот такие вот веселые цифры, да? И что мы здесь... Да, вот график, кстати, идет. И что мы тут читаем, да? А читаем мы тут интересную штуку. Итак, наше исследование также показало, что процент, значит, воды, ТБВ, был ниже во всех возрастных группах у мужчин и женщин с избыточным весом и ожирением по сравнению с участниками с нормальным весом. Это связано с тем, что избыточная масса тела является результатом относительно высокого процента жира в организме с чистым снижением обезжиренной массы и общего веса. То есть смысл-то вот в чем. Только от 20 до 30% жира в организме составляет вода, в то время как около 72% обезжиренной массы тела составляет вода. Понимаете? То есть у нас, значит, в жировой массе, да, воды в 3 раза меньше. Да? И поэтому, значит, вот на этой картинке, да, вот здесь у человека, как бы, на самом деле, воды-то меньше в процентном соотношении. Понимаете, как интересно? А как мы видим, чем ниже процент воды, да? Да? Чем ниже процент воды, значит, то есть ближе к старению. Да? То есть у нас получается, что если считать по воде, то есть у нас ожирение и старение, да, в отношении воды действует одинаково. Ну и со всеми остальными последствиями. Тут, кстати, можно почитать, что как бы... А когда у вас процент воды снижается, у вас, значит, метаболизм, там все вот эти реакции,
очень, очень любопытные, да, они у вас замедляются. Ну, потому что как бы для любой реакции, да, то есть у нас все реакции в организме, они идут в растворе, то есть в жидкости, да. А так как жидкость у вас уменьшается, да, то есть, значит, этим реакциям, значит, не в чем происходить. А вот такое видео я хотел записать, значит, вот я включил QR-код, то есть по этому QR-коду вы можете все исходники вот эти. Но это, кстати, не единственное исследование, их там полным-полно, это просто я показал так для примера. А вот там все исходники, все, значит, цифры. Тут, кстати, будут еще всякие дополнительные материалы, да, по-моему, тут в конце есть. А тут нет. Но в других исследованиях есть дополнительные материалы, таблицы, там все будет показано. И объяснено, что, почему и зачем. А, значит, кто хочет поддержать канал, ссылки в донатике в описании. Спасибо за просмотр.